Инициатором проведения форума выступил Кубанский государственный технический университет. Идею поддержали Миноборнауки России, Совет Федерации и Комитет по социальной политике. Генеральным организатором выступило Агентство социальных технологий и коммуникаций. Директор агентства Елена Родионова отметила, что мировая тенденция приглашать индивидуально профессионалов имеет место и в вожатской среде. Этот форум впервые вот с индивидуальной регистрацией на сайте Всевожатый РФ, впервые с предложениями индивидуально. Каждый вожатый, независимо от того, член он педотряда, не член, работал он в детском центре, не работал, он имеет право быть здесь, и в этом отличие форума, да, возвращаясь к сути вашего вопроса, и он имеет право, чтобы его авторский метод, материал был доступен всем на глобальном ресурсе вожатых. Я уверена, что это к лучшему для вожатства страны. Участники фестиваля отмечают, что такое масштабное мероприятие в первую очередь неоценимый опыт, возможность реализовать себя и разработать новые уникальные технологии в сфере дополнительного образования. Вот такая площадка – это уникальная возможность обменяться этим опытом, выработать какие-то единые подходы, сформулировать предложения, которые в дальнейшем лягут в основу наших общих действий по развитию данной сферы. Продолжила международный форум работа образовательных программ на 5 площадках, где крупные центры и вузы делились опытом. Что такое педагогический отряд, как правильно создать команду? Об этом участники форума узнали на мастер-классе «Современные технологии» от представителей Кубанского государственного технического университета. Через коллективно-творческие дела юноши и девушки пытались выстроить партнерские отношения, например, в игре «Выстроить по росту». Проактивные есть педагогические отряды, есть реактивные. Вот реактивный – тот, кто становится жертвой каких-то обстоятельств и ведет себя соответствующим образом. Мы же призываем за то, чтобы быть проактивным, самому придумывать обстоятельства, перешагивать через них. Так как участники прислали очень много разработок, в планах организаторов создать методическую копилку в сети интернет. Мы можем узнать много нового от тех, кто давно уже работает вожатыми, то есть они нам могут передать то, что они узнали за столько лет работы, и я думаю, это никогда не будет лишним опытом. Так как мы технологический университет, у нас на базе развивается отряд педагогический, классный техник, то есть мы научим, может, чего-то новому у ребят, и дальше учимся сами. В программу мероприятий форума вошли научно-практическая конференция, семинары, лекции, круглые столы, дистанционные курсы, мастер-классы, встречи с руководителями крупнейших вузов страны, а также творческие мероприятия.